Маркус Кин. Против Рогозенко, заслона Томаса. Кин посадил на спину себе соперника в этом пик-н-ролле и показал весь свой класс. Кин, USR из угла, в цель. Салаш остался против Дорвика, разменялись обратно. Томас растерялся, не знает, что делать. В итоге, конечно, нужно дать мяч Кину. USR очень уверенно. Йонари, USR. Артем Параховский вернулся на площадку. Так же, как и Нюргер со средней дистанции. Маркус Кин. Параховский поборолся, все же мяч у Кина. Разгоняется атака. Нет, Калев притормозил. Кин блестяще все здесь сделал. Маркус Кин. Кин. Издали. Маркус Кин. Далеко от него соперники за счет заслона, но это потеря номер 5 для Роба со средней дистанции. Кин не ошибается. 2 очка преимущества Цмоков остается. Кин издали. Туда. Маркус Кин. Еще 3 Калева и уже 3 очка осталось от... Кин, 6 секунд, Лейманис издали атакует, Кин, и прилетает этот трёха. Сколько пользы Яннери приносит своей команде после возвращения. Кин против Тростенецкого, еще 3, и тот же результат, минус 1 для Калева. 15 секунд на бросок, прибежал Томас, все-таки поставил этот заслон. Кин издали, туда, 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 Маркус Кин. Маркус Кин, никаких опций у Калева в этой атаке, только Маркус Кин сразу после заслона от Томаса атакует в этой атаке, только Маркус Кин сразу после заслона от Томаса атакует.